Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства осмотрели ряд боевых позиций, дислоцированных в Кельбаджарском и Лачинском районах государственной границы. Участники делегации поинтересовались социально-бытовыми условиями военнослужащих, проходящих службу. Было отмечено, что созданы все условия для качественной организации и ведения боевого дежурства в ночное и дневное время. Наблюдательные пункты оснащены современным техническим оборудованием. Встретившись с личным составом, генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался их проблемами и пожелал успехов в службе. Военнослужащие отметили, что с гордостью несут службу на государственной границе и выразили признательность за созданные условия, оказанное внимание и заботу. Министр обороны поставил перед должностными лицами конкретные задачи по организации боевого дежурства и дальнейшему повышению боеспособности войск. Затем Закир Гасанов осмотрел новые военные объекты в Кельбаджарском и Лачинском районах. Было доложено, что в военной инфраструктуре, построенной с учетом современных требований, созданы все надлежащие условия для личного состава. Здания оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для удовлетворения необходимых потребностей. Здесь имеется оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение территории. Затем руководящий состав министерства поинтересовался условиями содержания, эксплуатации и качеством технического обслуживания техники в парке воинских частей. Министру обороны, ознакомившемуся с условиями, созданными в пунктах технического обслуживания и ремонта, было доложено, что в пунктах, оснащенных современным оборудованием, созданы все условия для технического обслуживания, боевой техники и автомобилей. В этих пунктах предусмотрено плановое сезонное обслуживание боевой техники и транспортных средств. Генерал-полковник Закир Гасанов дал поручение по неукоснительному соблюдению личным составом правил безопасности во время работ в пунктах и по другим важным вопросам. В заключение министр проверил ход строительства на нескольких военных объектах в Кельбаджарском и Лачинском районах, дал соответствующие поручения и рекомендации по качественному ведению строительных работ.